на палитру, вот эту вот, на палитру, положите и несколько раз надавите на кисть, чтобы там осталась у нас капля. Как работать с красками, смешивать цвета и добиваться нужного оттенка, заводчанам и их детям рассказывает художник-неосимволист Илья Шачнев. Живописец с 25-летним стажем преподавания, чьи работы выставлялись в Лувре, провел мастер-класс для юных зареченцев. Илья Владимирович объясняет, ему не привыкать работать с маленькими детьми. Поскольку у меня 7 внуков, я вынужденно адаптирую вот классические приемы построения картины вот именно к мелкому возрасту нашему. Так что можно смело сказать, что Илья Шачнев обучает детей по своей авторской методике. Он проводит мастер-классы по приглашению первичной профсоюзной организации завода. Для юных зареченцев это еще одна возможность для саморазвития и творческого становления. За парты они сели вместе с родителями. Потому что ребенку нравится рисовать. Хотели попробовать что-то новое. Такая возможность участникам мастер-класса представилась. Ведь вместо привычных листов бумаги они использовали кафельную плитку. А краски растушевывали, например, шпателем. И учились такими средствами создавать изображения и выражать настроение. Я знакомлю детей и родителей с необычными материалами, которые оставляют следы на бумаге не в виде точки, как это карандаш, или мазка, как это кисточка, а сразу закрывают какую-то большую плоскость. Это и губки, и шпатели, и поролон. Ведь для творческого самовыражения не существует преград. Пожалуй, это главное, что нужно осознать юным живописцам. Мастер-классы Ильи Шачнева будут проходить еженедельно до конца летних каникул. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».